Перед началом видео предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю различные посты из моей жизни, жизни канала и прочие новости и интересный контент. Ссылка есть в описании под видео, и кто заинтересовался, обязательно подпишитесь. Всем привет, если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфойр, и сегодня добро пожаловать в Among Us, и это видео будет... с телефона, да, мобильная версия Among Us. Побегаем, посмотрим, ну, отличий у нее от компьютерной нет, разве что управление. И управление, оно такое себе, не такое удобное, как с компьютера, но мы с вами один видосик этому посвятим, поэтому веб-камеры здесь не будет. Вот. Давайте начнем. Как видите, здесь мы управляем джойстиком, и здесь недоступны эти скины. То есть доступны только шапочки. Член экипажа. Все, мы с вами не предатель. Управление здесь выглядит вот таким образом. Мы просто бегаем с помощью джойстика. Управлять тоже можно персонажем, когда бегаешь с картой. Вот. Ну и все в таком духе. То есть все остается точно так же, только... Ёлы-палы. Только теперь мы бегаем по-другому. Как видите, у меня сегодня скин Йотаро. Да ладно, у нас реактор сейчас рванет. Нет! Нет! Реактор! Блин. Ну и отстой. Господи, ребят, тут что, реклама есть? Офигеть. И как видите, можно легко определить либо донатера, либо игрока с компа, потому что у него будут штаны вот эти. Потому что здесь они стоят реальных денег. Это питомцы, вот штаны. Они все стоят по 160 рублей. Я могу с компьютера бесплатно это все сделать. Но те, у кого нет компьютера, или он почти недоступен, то... можете купить. Но, мне кажется, этого не стоит. Другое дело питомца. Выглядит здорово. Итак, опять мне не выдалась возможность поиграть за предателя. Ну, самое интересное здесь, конечно, когда тебя убивают, или когда ты палишься, или когда ты палишь. Вот. Не надо бежать в навигацию. Здесь задания, кстати, немножко попроще выполняются, потому что... ну, например, те же выстрелы в астероиды или то, что я сейчас нацелился. Потому что эти задания, они делаются путем нажатия пальцем. А мышку провести надо в сторону. Ну, то есть вы понимаете, что пальцы нажать проще, чем все-таки куда-то мышку провести. Так, коричневый выбежал. Кого убили? Убили черного. Я сейчас забежал в электрику, но я что-то не увидел никого. В админке труп. В админке труп. Видел кого-нибудь, интересно, чувак? Походу, кто-то... чуваки думают, что это я. Но я там не был. В принципе, судьи здесь вы. Потому что вы видите. Но Гебатор не был предателем. Один остался. Ну, мне так-то насрать, я бегаю, выполняю задания. Если им что-то не понравится, пусть кикают, мне вообще пофиг. Главное, когда я предатель, чтобы меня не это самое, не трогали. Да, кроме как спрашивать, где, больше не остается никаких вариантов. Анжелика в люк ушла? Ну окей. Пацан, пожалуйста, надо кликать на кнопку. Реально, не надо привлекать на кнопку. Мы даже не... чувак какой-то странный. Ладно. Анжулика, походу, жулика. Давай, Анжулика, голосуй. Раз она прыгает в люк... ну, я даже не знаю, тут стоит ли верить этому парню. А чё рыжий против меня-то проголосовал? What? Так, не понял. Ну, в любом случае, я бегу в самое небезопасное место. Это... слышь? Ну, тут ты охренел, что ли? С телефона еще и менее удобно печатать, на самом деле. С компьютера куда лучше.
Мне кажется, это морковка. Давайте за фиолетового. Мне кажется, что он какой-то подозрительный. Все против этого. А против меня фиолетовый. А хрен ли коричневый говорит на меня, а сам не голосует даже против меня. Какого хрена? Дуралей. Ладно. О боже мой, мать святыни, что ж тут происходит-то? Знаете, если меня убивают, мне вообще в кайф. Потому что я могу с уверенностью сказать, что это не я, и как бы с меня подозрения абсолютно все слетают. Если эта собака сейчас меня закроет здесь и убьет, это будет просто жесть. Но зеленый следит за мной, походу, он... Хотя, кстати, вот мне интересно, по-моему, когда я обследуюсь, мне видно, что я обследуюсь, а значит, мне повезло, и меня точно не спалят. Потому что медпункт — вещь такая. Он, там мне мой хороший товарищ написал, ну, хороший знакомый, естественно, все его знаете, наверное, на стримах, кто посещает. Хьюджи, он же LDR, он написал, что задания у всех разные. И вот мне кажется, те, кому попался медпункт, они как раз-таки являются победителями, потому что если к вам сбежал в комнату кто-то и увидел, как вы в медпункте используете сканирование, то вас, конечно, с вас подозрения все снимаются, потому что предатель никоим образом не сможет использовать предметы для выполнения заданий. Сейчас был очень странный кадр, но, по-моему, зеленый. А, не, не зеленый. Ясно. Зеленый куда-то исчез, а этот меня прикончил. Пацаны говнюшные, меня убил говнюшный. Пацаны, морковка из жопы. Морковка из жопы меня убила. Помогите, морковка из задницы. Ой, Лерка, здорово, чё ты тут забыл? Тебя тоже кокнул этот урод. Эй, ДД, забеги в комнату, ДД, забегите сюда кто-нибудь, тут меня убили. Сволота. А слышь, не сигналь. Сволота какая, а? Блин, ну если они сейчас за розового проголосуют, это все. Короче, коричневого спалили, я не успел написать сообщение свое. Но мы победили, в живых остались двое. Прям минималочка. И снова, как в прошлые разы, я обычный член экипажа. Так, ну я сразу наблюдаю, что тут высокая скорость очень. Да какого хрена, вы обалдели, опять меня убивают. Собаки сутулые, а? Ты посмотри, опять меня грохнули. А-а-а. Найдите мой друг кто-нибудь, эй, забегите в электрику, о, пожалуйста, пожалуйста, забегите в электрику. Черный, черный, иди сюда, ведьма. И вы, ребята, тоже сюда бегите. Сюда быстрее, быстрее. Вот в электрику. Давай, 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 давай. Ну ты куда побежал-то? Вот, вот же я тут летаю. Вот тут труп мой нашли. Белый, который голубой. Забеги, пожалуйста, сюда, пожалуйста. Давай, вот он я. Oh, hi, Mark. Еще подозрения на белого, походу, будут. Потому что голубой забежал. Чё? Ой, забей, опять додик какой-то поставил. Время голосования 3 секунды. Короче, забейте, попался в... Вы тут никогда не найдете убийцу. Ну опять. Так, темно-зеленого нашли. Кто же это мог быть? Но это точно не я, так что на меня никаких подозрений. Что же напишут другие? Быстро что-то. Ну, конечно, быстро, ты думал. Кто бил в верхнем двигателе? Не знаю. Я умею объяснять, да. Я был там, где связь. Кого голосуем? А что, двое вышли, что ли? Ладно, давайте против этого. Вот, самый молчаливый у нас. А, нет, не здесь. Я был внизу с доками. Мне кажется, это голубой. Я не знаю, почему. Я скип. Хрен знает, желтый, давай. Чик. Оп, доступ разрешен. Видали, что умею? Карточки провожу. Йотаро завел себе карточку, да. Йотаро уже большой мальчик. Так, электричество. Ну, соответственно, конечно, в электричестве есть у нас это с вами.
Как он называется-то? Задание в электричестве есть всегда. Вот реально, я... Напишите опять же в комментах. Видно, когда я делаю сканирование от других игроков? То есть они видят, когда я сканируюсь? Если реально это работает, то... Ну, я вам 100% могу сказать, что... Если у вас медпункт, бегите, просто пишите. Ребят, забегите со мной в медпункт и увидите, что я не убийца. Они увидят и скажут, блин, в натуре он задание выполняет. Я вижу это. Значит, точно не он. И все, у кого есть медпункт, пусть выполнят задание там. Все, я задание все выполнил. Что мне делать? Как обычно, теперь на камерах сидеть, а там уже... А, нет, никого нет. Ладно. Вот самое скучное, что есть все-таки в этой игре, это наблюдать за камерами. О, боже мой, белого убили. Кто что видел? Я вам серьезно, это не оранжевый. Он задание при мне выполнял. Да, чувак, он все-таки реально видит. Блин, это офигенно. Это не синий, не оранжевый. У меня подозрение фиолетовый я стал. Блин, ребята. Ну чё, давайте, тогда фиолетовый получается. Как думаете, фиолетовый оказался преступником? Нет, он им не был, да что за фигня? О, жёлтый. А, ну значит всё, последний кто остался, да? А, они ещё двое есть. Мы даже разбежаться не успели. Я не убийца, как любой. Ну давайте за него. Типа... Блин, а я... Ему, наверное, обидно, но... Но если он реально этот самый убийца, то ничего не поделаешь. Давай. В смысле голубой не был? Вы чё? А кто тогда? Жёлтый? Это, ну... Как это? Кто? Кто из вас? Кто из вас? Кто из вас? Кто из вас? Я не понимаю. Пацаны, го по чесноку, кто убийца. Не я. Мы за желтого. Синий. А мы за желтого. Кто же? Ну-ка, желтый. Желтый не был, предатель, это синий был. Все, до последнего. Мы с ним остались вдвоем. И он меня, скорее всего, грохнул. А может быть, мы отправились в далекое путешествие на космическом корабле. А я с вами прощаюсь. Таким вышел ролик на мобильной версии Among Us. Не удалось мне сегодня побывать предателем, но... Но, надеюсь, это получится в следующей серии, которая будет уже с компьютера. А на этом у меня все. Гребаная реклама. С вами был Дрейв Форс, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк обязательно этому ролику, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, оставьте свой комментарий, проследуйте по всем ссылочкам, что есть в описании. Не забудьте заглянуть в плейлист с этой игрой, потому что там есть все предыдущие серии, если вы их не видели, обязательно посмотрите. И, конечно, огромная благодарность моим дорогим спонсорам канала, которые активно участвуют в его жизни. И если вы тоже хотите стать спонсором, получив клевые бонусы, то пишите, ой, не пишите, а переходите по ссылке в описании или жмите на вот такую замечательную кнопочку «Спонсировать». А с вами был DraveFoyer, еще раз повторю, это была игра Among Us, всем удачи и всем пока!